Фестиваль-конкурс «Примавера» проходит в детской школе искусств поселка Развилка с 2019 года. Ежегодно он собирает музыкантов от 6 лет до взрослых профессионалов из разных городов. С каждым годом исполнительский уровень именно на этом конкурсе, на «Примавере», становится все выше и выше. И это очень-очень радует. А для меня, как для директора, очень большая гордость за своих учеников, что у них есть возможность принять участие в составе такого творческого конкурса. Организаторы фестиваля, Международный творческий центр «Мирис», с руководством ДШИ связывают давние дружеские отношения. В течение 2 дней на сцену поднимались вокалисты и исполнители-инструменталисты. Основная цель конкурса – обмен опытом, выявление талантливых детей, предоставление возможности выступить на хорошей, большой сцене, показать себя. На этот раз в фестивале принимали участие музыканты из Москвы, Московской области, Ярославля, Воронежа и даже из далекого Владивостока. Учащийся музыкального колледжа имени Скрябина Юрий Роганов получил награды сразу в 2 номинациях. Музыкой я занимаюсь с 4 лет на фортепиано и с 5 на виолончели. На этом конкурсе я уже выступаю с 2019 года. Один раз выступал в Ярославле и уже много раз здесь. Выступал на 2 номинациях, вчера на пианино, а сегодня на виолончели. Большую роль в успехе Юрия сыграла его старшая сестра. Именно благодаря ей он начал заниматься музыкой, а сейчас она выступает с ним в качестве концертмейстера. Наверное, это большое счастье, когда работа является любимым делом и хобби одновременно. Мне очень нравится и преподавать, и играть, и как виолончелистка играть в оркестре. Я пока не знаю, кем в дальнейшем четко хочу быть, но в такой профессии, как музыка, можно совмещать множество вариантов. Оценивали выступления участников профессионалы, обращая внимание не только на технику исполнения, но и эмоциональную составляющую. А критерии, конечно, художественный подход просто к исполняемому материалу. Выразительность, отточенность штриховая, отточенность технологическая. И очень важный проект, я считаю, по отношению к детям, к педагогам, к их родителям, потому что 23-й год – год педагога и наставника. По итогам фестиваля лучшие исполнители получили заслуженные награды и грамоты. Дмитрий Книг, Александр Логинов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».